Христославу несут людям радостную весть. Христос родился. Исполняя песнопения и стихи, они создают особую атмосферу праздника во время святок, от Рождества до Крещения. Мы пришли Христа прославить, а вас праздником поздравить. Пусть будет тепло, наполнен ваш дом, здоровья и счастья вам на Рождество. Ну, мы надеемся, что мы людям немножко поднимаем настроение, потому что Рождество Христово – это такое великое событие, вот, и чтобы людям немножко радостно было. Вот, они забывали о каких-то там скорбях, которые есть, вот, и в этот период радовались вместе с нами, вот, и, ну, немножко помнили, для чего мы живем. Традиция славить Христа древняя, зародилась она не одно столетие назад. Больше 20 лет с чистым сердцем ее продолжает семья Денисовых. Встречаться будут чудеса, так запросто, в толпе прохожих, и вдруг на музыку похожи людские станут голоса. Вот вам из востока идут, взял горы, не глядя на труд, через пустыню к Божью Сыну долги свершают путь. У нас есть записи, где мы в 4 года уже ходим, нас снимали тоже, и колядуем. То есть мы читаем стихотворения, поем колядки с папой, вот все маленькие, поэтому с самого раннего детства. То есть это такая уже добрая традиция, ваша семейная? Да, 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 это пошла семейная. Потом, когда мы подросли, мы вот в воскресной школе собирались там друзьями, учениками. И сейчас вот когда выросли, тоже у нас такая дружеская компания. Мы все приезжаем с разных городов, собираемся и ходим по знакомым, незнакомым, славим Рождество. Святки – волшебные дни января. Считалось, что в эти дни с Рождества до Крещения случается много чудес. Главное – верить. Дай Бог тому, кто в этом дому, счастье, здоровье на многое лето. Елена Макова, Михаил Куричко, «Тобольское время».